Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Это мужчина и настоящий. Тот, кто никогда не боится, кто девочек защищает, или, ну, если взрослые, то женщины. Она умеет за себя постоять. И никогда не дерется. Больше времени, не знаю, уделяет там стране, своей семье. Они мечтают быть милиционерами, полицейским. Это военный, который умеет все сделать для женщин. 23 февраля. Не знаю, но забыла. По-моему, где-то блокада какая-то ленинградская. Это день мужчин. День защиты Отечества. Когда благодарят тех людей, кто был на войне, получил много медалей, кто даже воевал, но он умер. В общем, военный день. Я думаю, что это тот, кто защищает своих родителей. Человек, который защищает Отечество. Не могу выговорить. Те, кто участвовал на Великой Отечественной войне. Которые защищают страну, защищают мир России. Я не знаю. Это кто охраняет нашу землю или родину. Он всегда плавает и спасает людей. Помогают маленьким девочкам. Ну, веселятся, наверное, шампанское пьют. Не знаю, идут на Красную площадь, празднуют. Они вино выпивают и всякие такие штуки. Хотят, чтобы им сделали сюрприз. Они одевают костюмы пожарных. У кого есть оружие, ну хотя бы даже не настоящее, и празднуют с ним. Красить ногти или что-нибудь другое. Поздравляю, дают благодарность, благодарят за это, за помощь. Для женщин вообще 8 марта. Они поздравляют мужчин. Помогают им все, там делают то, что надо. Они готовят сюрпризы для мужчин и хотят их поздравить. Женщины одевают в такие вот, в кошки такие вот, одевают костюмы, как супермены, кошки. Ну, какие-нибудь мужские штучки. Например, настольную игру. Открытку. Новую машину. Ягуар, мини-купер. Какие-нибудь книги. Лучшие подарки – это, как всегда, гаджеты. Компьютер и часы. Мужчины как раз и любят больше всего гаджеты. Можно не настоящий пистолет. Пульками стреляет или пистонами, или вообще ничего не стреляет. Цветы, пиджаки, все. Становиться генералами и спасать Россию. И научиться сражаться с врагом. Чтобы, если на наш город хотят напасть, защитить его. И чтоб ее не захватили. Ну, чтобы была концовка хорошая. Нет, конечно, могут. Она может служить только один разочек. Это очень опасно с чужими людьми. Девочки могут только быть медсестрами в армии. Да, девочки могут служить в армии, чтобы заступить за нашу родину. А мужчины со временем, потому что они сильнее, чем женщины. Но женщины тоже бывают сильные. Я бы хотела бы пускать из пушки эти шары, такие бомбы, не знаю, что это. Я побоялась. Не очень. Что-то не хочется. Нет. Потому что там все надо делать четко, а я не люблю все делать четко. Я была военным. Ну, убивал тех, кто хотел нас захватить. Ну да. Я была добрым, который всех спасала. Не очень. А вдруг кто-нибудь нападет? Потому что я умереть не хочу.
Белеют ли в поле пороша, пороша, пороша? Шли солдаты на войну, защищать свою страну. Расцветали яблони и груши, выходила на берег крутой. Цук-цук-цук, слышно в тишине, Ваня с острой шашкой скачет на коне. Вот такая маленькая песенка. Я желаю, чтобы все были очень сильными и умели за себя постоять. Чтобы все мечты, которые у них были в детстве, исполнялись. Страна всегда была хорошая, на нее никто не нападал. У вас всегда были близкие люди рядом. У вас были часы, у вас были хорошие мысли. Помогали всем девочкам, всем младшим девочкам. Чтобы всегда заработали больше денег.